Ученицы и исповедницы Церкви Русские, святители и пастыри Церкви Христовы, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, добрые воины, монахи и мирские, благочестивые мужи и жены, во всяцем возрасте и сословии за Христа пострадавшие, верность Ему даже до смерти свидетельствовавшие и венец жизни от Него приимшие, в дни гонений лютого землю нашу от безбожных постигшего, на судищах, в заточениях и пропастях земных, в горьких работах и всяких скорбных обстояниях, образ терпения и непостыдного упования мужественно явили есте. Ныне же в раи сладости наслаждающиеся пред престолом Божиим во славе предстоите, и присно хвалу и ходатайство с ангелы и всеми святыми триединому Богу возносите. Сего ради мы недостойнее молим вас, святые сродницы наши, не забудете земного отечества вашего, грехом Каинова братоубийства, поруганием святым, безбожием и нашими беззакониями отягоченного. Умолите Господа сил, да утвердит церковь свою непоколебиму всем мире многомятежном и лукавом, да возродит в земле нашей дух братолюбия и мира, да паки будем мы царское священие, род Божий избранный и святый, присно словами славящий Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. По блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земными нами поминаемым и сотворим вечную Почтимые отцы, матушки, игумени, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с этим торжественным днем, когда под звуки великих воскресных гимнов мы вспоминаем память новомучеников и исповедников церкви нашей, наипаче же тех, кто был на сем месте замучен и убиен. Христос воскресе! В сегодняшнем отрывке из Деяний апостольских говорится о Павле, о Савле. И как бы с недоумением
или скорее лучше деописатель передавал в этих словах недоумение людей, которые говорили, не есть ли тот самый, имея в виду Павла, который в Иерусалиме гнал людей за имя сие? Да, действительно, обращение апостола Павла вызвало огромное недоумение, выражаясь современным языком, это был шок для многих, кто его знал. Он гнал Церковь Божию неистово. Он был самым ревностным гонителем, погубившим множество людей. И затем, обратившись, стал самым ревностным апостолом. Наверное, когда здесь, на полигоне в Бутово, те, кому это приказывали сделать, расстреливали ни в чем не повинных людей, у них даже в самом что ни на есть воображении не могла всплыть та картина, которой мы сегодня наслаждаемся, торжественного пасхального богослужения на этих рвах, куда сбрасывали останки расстрелянных людей. И, наверное, даже если у кого-то из тех, кто, может быть, их не расстреливал, а здесь технически обслуживал этот полигон, когда-то и была в сердце вера, то при виде всего того, что здесь происходило, многие, наверное, окончательно потеряли всякую надежду, а вместе с тем и веру на возрождение веры Христовой и Церкви Православной в жизни нашего народа. В том мраке, в том унынии, в том смраде, в той боли невозможно было видеть красоту торжества Христова воскресения на этой страшной земле. Но ведь это произошло. А кто все те, кто сегодня во множестве исповедует веру Христову в земле нашей? Это что, люди с иной планеты или откуда-то из-за рубежей страны нашей приехавшие? Нет, это потомки того поколения, которые кто от страха, а кто и сознательно отказался от веры Христовой и, подобно Савлу, гнал Церковь Божию. Но милость Божия, простирающаяся над народом нашим, благодать Христова совершила великое чудо, не просто возрождение веры, а значительного укрепления веры в сознании современных людей, в земле нашей пребывающих. И это возрастание и укрепление в вере, несомненно, прямым образом связано с теми муками и страданиями, с теми мученическими кончинами, в том числе и погибших здесь, на Бутовском полигоне, имена которых Ты только, Господи, веси, но которые мы храним в памяти народной и в наших молитвах. Да, действительно, пройдя через страдания, через скорбь, народ наш, подобно Савлу, обратился ко Христу во множестве. И сегодня никто не может сказать, что Отечество наше – это духовно выжженная пустыня, не имеющая никаких признаков религиозной жизни, как о том мечтали, в том числе и те, кто расстреливал христиан Бутова. Сегодня возвращается Святая Русь. И, может быть, мы еще не можем говорить так в превосходной степени, как хотелось бы об этом сказать, но совершенно очевидно духовное возрождение нашего народа.
и объяснять это только нашими с вами трудами, убедительностью наших слов невозможно. Трудно вообще рационально сегодня убедить людей, имеющих свой рациональный взгляд на все то, что их окружает. И поэтому возрождение веры есть несомненное явление силы благодати Божией. По молитвам и по жертвам новомучеников и исповедников Церкви нашей. И как важно об этом особенно вспомнить здесь, на Бутовском полигоне, рядом с теми рвами, в которые сбрашивались обезображенные тела святых угодников. Их молитвами да хранит Господь землю русскую, да укрепляет Господь веру православную, а всем нам да дарует способность сознавать свою прямую связь и свою прямую зависимость от тех великих подвигов и мученических страданий, что принесли наши отцы и деды, защищая веру православную. Аминь. Христос воскресе! В память о пребывании здесь я бы хотел передать вам, отец Кирилл, для святого храма, вот имеющего быть здесь, на этой земле, образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Под покровом Царицы Небесной пусть Господь хранит сие святое место и укрепляет веру тех, кто сюда приходит, для того, чтобы воздать дань должного и помолиться на месте мученической кончины сотен и сотен и тысяч православных людей. С праздником всех вас поздравляю! Ваше святейшество, благословите, поздравите вас с этим удивительным праздником, памятью собора новомучеников в Бутове, пострадавших. И сегодня юбилейная служба, потому что сегодня 20-й раз это божественная литургия под открытым небом, возглавляемая предстоятелем нашей поместной церкви, совершилась здесь, на Бутовском полигоне. И мы благодарим вас за эту удивительную божественную литургию, во время которой небесное соединилось с земным, и во время которой праведники, здесь лежащие, молитвенно вместе с нами предстояли пред престолом Божиим. И в память об этом богослужении благословите преподнести вам вот этот образ одного из новомучеников в Бутове пострадавших. Это священномученик Аркадий Остальский. Мы дарим этот образ вам с молитвенным пожеланием помощи Божией от новомучеников в вашем патриаршем служении. Я почитаю имя Преосвященного Аркадия Остальского, о котором я в самом своем раннем отрочестве узнал от своего деда, который, будучи еще мирянином и находясь в заключении за веру Христову в Соловках, помогал владыке Аркадию тайно на лесосеке совершать божественную литургию, за что оба были наказаны. Дед 30 днями пребывания в страшном смертном изоляторе на Секирной горе и чудом выживший, а владыка Аркадий получил вдобавок к сроку еще 5 лет и в 37 году был расстрелян здесь, на этом месте. Молитвами наших новомучеников и исповедников пусть Господь хранит землю нашу и всех нас. Христос воскресе! Христос воскресе!